Всем привет, в эфире дядя Женя. А сейчас, наверное, о наболевшем. Когда провожу мастер-классы, то есть такой у меня уже, наверное, списочек того, что меня прямо раздражает. Первое. Говорю, допустим, резать на деревяшке, да, вот какой-нибудь такой. Вот говорю на нерезы, то есть взяли, да, и режем. Даже не режут, уже затупили. Сегодня у меня мастер-класс был. Ну, короче, и режем на ней. Люди берут деревяшку и на столе режут. Это первое. Второе. Что второе? А, говорю им, одной рукой держим, второй режем. Они берут двумя руками вот так. Потом на у них улетает. Второе. Третье. Когда у них остаются опилочки, сейчас я здесь создам эффект опилок. Опилочки. Ну. Они любят так делать. Сейчас он уже затупленный, уже ладно. А вообще... Нет, это мне не скрип не нравится. Скрипом все, проблем нету. А вот то, что он мне кромочку вот об деревяшечку. Вот так вот. И такой довольный сидит. Вот такое мне не нравится. Мне не нравится, когда берут... Да, а, ну, мат только что должен был быть. Вот сегодня был на мастер-классе. Смотрите, уголок, а я знаю, кто это. Сегодня был случай, мужчина с ребенком. А можно мы повырезаем? Я говорю, ну, давайте. Садятся такие, а отец такой, да я умею все. Хорошо, но у меня же как бы, ну, в голове как бы свой же алгоритм, то есть что зачем идет. Отрезаем, шлифуем, там что-то делаем, глазки, не глазки. Я к ним не лез, потому что смотрю, они сами там по себе закрылись. Я и смотрю, они берут все подряд. То есть, где нужно полукругом подрезать, они туда уголок суют. Где нужно уголком, они туда полукруг суют. И вот смотрите. И втихушечку обратно инструмент положили. Значит, здесь видите, целенькая, да? Фокус-шпокус есть тут. Ну, видно, короче. Нет, не видно ничего. Видно, не видно. А вот здесь сломано, короче. Ну, видно, вот. Короче, взял без спроса. То есть, ну, и не нужно было ее брать. Сломал и обратно мне засунул. Это еще один пунктик, между прочим. Дальше, что у нас? Когда, да, но когда берут инструмент, не нужно. Вот они, вот, им когда делать нечего, они начинают чем-то где-то ковырять. Тоже это не люблю. Когда инструмент вот так передают. В школе же учили ножницы даже, вот так надо давать. Вот, что еще? Когда, а что делать? Вот тут, говорю, линию сделать. А как? Я беру руками своими. А что дальше? И опять должен что-то показать. Вот это тоже не люблю. Ну это ладно, мелочи. Блин, ну стамеску мне козел сломал, конечно, это да. Я, говорит, умею вырезать. Людишки. Тупица, конечно. Вот сегодня я взял с собой 17 инструментов. Вот все перетупленные. Вот здесь прямо. Раз. Сломанная. Два. Три. Четыре. Вот чем пользоваться не умеет, то целое. Нормально все. О, 5, 6, 7, 8, даже знаю. Это тоже сегодня я видел. 9. Ага, вон ямка, да. 10. Показываю, что имеется в виду. Вот беру. Режу вот сейчас при вас. Видно тут вот заусенцы, вот линии. Тут как будто я грабли вырезаю, а не стамеской. Еще одна. Это маленькая, да, по-любому. Конечно. Эту, я ему сказал, эту, говорю, не бери, она плохо точится. Тяжело, очень маленькая. Ну, тут еще... Такое, что-то надо тоже, на всякий случай. Итого. А ну и эту. Итого из 17 стамесок 3 нормальных, потому что до них не добрались просто.
И так каждый мастер-класс. То есть я перед каждым мастер-классом, так сказать, перед каждым боем точу. И после тоже точу. И вот когда я вижу, как они... А любят еще вот так вот бросать. Но здесь уже все тупое, ладно. Они вот так вот кидают. Лезвие об лезвие. Бух-бух-бух. Вот я же вижу, у меня же прямо сердце кровью убивается. Ну, это просто... Без мата не сказать, конечно. Не буду, но попробую. Ну, это ужас, конечно. Что я могу сказать? Сегодня вот медведя быстро вырезал. Что-то так быстро. Ну, я так быстро-быстро. Минут, не знаю, за 7, за 10. Инструмент у кого-нибудь заберу, вырежу. Ну, это так, просто. Так сказать, чтобы они видели, что мы не только можем рыбок делать. Ну, короче, это, отвлекся я. Пригрустнело мне немножко. В общем... Готовишься, заготовки напиливаешь там какие-то такие, там побольше, поменьше, липу вот нарезаешь, она у нас не растет, я вагонку покупаю, напиливаю, отрезаю все лишнее, сзади тоже очищаю, это такая, уже нет у меня, все заготовки выработал. Прихожу, здравствуйте, хрю-мухрю, вот такой инструмент, такой у нас там, такая у нас там деревяшка, такая там, там резьба, вот шаблончик, вот заготовочка, да, пожалуйста. И что потом в конце? Спасибо, и вот так вот. И до свидания. Ужас. И у меня каждая стамеска, это там, не знаю, это там, не знаю, 5-10 минут ее точить, допустим. А сейчас мне нечем здесь точить. Все, то есть я уничтожен. Размыт я, разбит, так сказать, да. И все, инструмента нету. Короче, не умеешь точить? Так не делай, страшно. Вот, короче, как-то так. Фу, всем пока.